Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзеген пришел следующий вопрос. Почему Господь не дал Моисею войти в землю обетованную? Во-первых, потому что руки Моисея были в крови. Помните эту историю, из-за которой он убежал из царского двора, убив египетского воина, который бил еврея. Ему даже евреи потом ставили в это в упрек. Не хочешь ли ты меня убить, как вот того египтянина? Узнав, что уже по всему городу прошла молва об этом инциденте, Моисей на долгие-долгие годы и десятилетия ушел из египетского дворца. Во-вторых, если бы он умер в земле обетованной, его похоронили бы с почестями, построили бы гробницу, ходили бы молиться, и уже не то, что следующее поколение, а это же поколение говорило бы, это наш Бог. Вот он вывел нас из Египта, и был бы культ Моисея. Помните, когда он зашел на гору для разговора с Богом? получил от него диколог, написав их на двух скрижалях. Моисей спускается с Сионской горы, держит скрижали Завета, и что же он видит? Видит, как израильский народ, который видел огромное количество чудес, совершенных Господом Богом Саваофом, создал золотого тельца из тех серебряных и золотых украшений, которые не имели, и поклоняются ему Он в ярости. Разбил скрижали с заповедями. Потом новый получил, но это же другой разговор. И уже хотел бросить этот народ, потому что сил его не было. Сколько они видели, и все равно им нужно было живое, материальное воплощение невидимого бога. Да, они, может быть, господа Саволфа таким видели, ведь быка, сильного, могучего. Но это идолопоклонничество. И то же самое они сделали бы с могилой Моисея. Бога кто видел? Бога никто же, не видел, нигде же. Единородный сын в Сущий Волоневачу, но он, он явил. А Моисей вот, Моисей близко рядом, вот его могила, вот его останки. И был бы не иудаизм, был бы Моисеевизм какой-нибудь. Древний народ очень склонен к проявлению идолопоклонничества. Ну, собственно, все, потому Моисей не вошел в землю обетованную, тем самым и грех свой искупив, и тем самым не дав повода превратить его в живого Бога тем, кто был склонен к этому. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.